Теракты 11 сентября 2001 года многое изменили в нашей жизни. Огромные средства тратятся на безопасность. Нам уже нельзя проносить в самолеты жидкости, а смертники становятся частью ежедневной хроники событий. В странице паспортов стали вживляться чипы с персональной информацией, с цветом глаз и тембром голоса, что многими воспринимается как еще один шаг к тотальному контролю государства над своими гражданами. Кыргызстан переходит к новым технологиям накануне парламентских выборов и пытается с помощью собираемой биометрической базы данных уточнить, наконец, свои списки избирателей, с помощью которых ранее делалось много махинаций. Однако и в Кыргызстане есть активисты, которые подают в суд на правительство и даже иногда выигрывают. О проблемах сбора биометрических данных следующий сюжет. Биометрический паспорт или ID-карта – это высокотехнологичный электронный документ с чипом радиочастотной идентификации. Пожалуй, самая жаркая дискуссия по поводу сбора биометрических данных граждан на постсоветском пространстве началась еще в Украине. Именно там в 2012 году стартовала всеобщая паспортизация населения на основе биометрии. Наряду с преимуществами биометрических технологий, отпечатков пальцев, фотосетчатки глаз и других личных данных в чипе, звучали и опасения о нивелировании личности, оказывающейся под абсолютным контролем государства. В Кыргызстане после принятия закона о биометрической регистрации граждан и начавшейся кампании по сбору биометрических данных также нарастает озабоченность. Так, правозащитник Нурбек Токтакунов даже добился рассмотрения вопроса в Конституционной палате. Он считает, что ущемляются права граждан, для которых сдача личных данных превратилась из добровольной в принудительную, а главное, нет гарантий безопасности хранения персональной информации о гражданах. Прежде всего, да, никакой принудительной биометрической регистрации, да, те, кому надо, они пройдут эту регистрацию, да, и в добровольном порядке, да. И прежде чем начинать вообще обширную биометрическую регистрацию, должно быть гарантирована защищенность нашей персональной информации. То, что правительство, Сарпашев говорят, это не гарантия. Мы все прекрасно знаем, чего стоят слова правительства. Правительство в лице первого вице-премьера Тайрбека Сарпашева заявило, что к 1 января 2015 года должна быть собрана биометрика у миллиона граждан. Открыты 185 пунктов и созданы 722 мобильные группы по сбору данных. На сегодня регистрацию прошли уже более 100 тысяч человек. И в ГРС заверяют, что условия хранения данных соответствуют всем стандартам. Все сведения о гражданах зашифровываются в виде алгоритма цифр, который невозможно будет расшифровать даже самым продвинутым хакерам. У нас создана основная база и резервная база. Будут они раздельно храниться. Тоже в соответствии со всеми стандартами, со стандартами гостайны Кыргызской Республики. Начиная вот с пунктов, можете посмотреть здесь на ноутбуке, к нему прикрепляется токен. Когда биометрические данные попадают в ноутбук, они сразу зашифровываются. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы сдать биометрические данные. Чингиз считает своим гражданским долгом добровольно пройти биометрическую регистрацию. 26-летний переводчик, в отличие от своих сверстников, не разделяет опасения по поводу надежности хранения информации и считает, что такие технологические новшества значительно облегчат жизнь гражданам при пользовании государственными услугами. У меня нет опасений, так как гражданин Кыргызской Республики, эта информация понадобится в разных сферах, и очень легко будет работать с гражданами. Облегчит, усовершенствует и быстрые процессы в разных направлениях. С началом создания в Кыргызстане единого госрегистра населения авторы идеи преподнесли это ноу-хау как безупречный механизм для проведения честных и прозрачных выборов. Так как голосование на основе биометрических данных позволит составлять точные списки избирателей и устранит карусели на выборах. Однако, по признанию политолога Асель Мирзакуловой, вызывает подозрение форсирования событий. А история показывает, что в преддверии каждых выборов носится множество законов, меняющих правила игры в интересах определенных групп в правящих элитах.
Если мы посмотрим на дискуссию вокруг биометрики, то с одной стороны, соответственно, партии, находящиеся в парламенте, которые являются, скажем так, авторами правил игры в Кыргызстане сегодня, я имею в виду на нормативном уровне, то, скорее всего, там могут быть определенные интересы, да? Но с другой точки зрения, здесь есть и государственный подход, потому что биометрические данные, мы все равно к ним придем рано или поздно. Также эксперт считает, что государство не успевает вести адекватный сбор биометрических данных. К тому же пока отсутствуют финансовые средства для установки на избирательных участках оборудования по идентификации собранных данных. Депутаты же активно продвигают закон о проведении парламентских выборов в следующем году обязательно по биометрическим данным. В то же время за бортом кампании остается многочисленная армия трудовых мигрантов за рубежом. Если, который сейчас предлагает законодатель, что только у кого есть биометрические данные, только они будут голосовать, если будет принят такой законопроект, тогда, естественно, кто не сдал, те граждане не будут голосовать. Естественно, пока правительство только занимается сбором биометрических данных внутри республики, а эти трудовые мигранты зарубежные, пока они остаются в стороне. Плюс ко всему, в этом вопросе есть и угроза национальной безопасности как государства в целом и граждан в частности. Как полагает бывший чекист Артур Медетбеков, создание в стране биометрической базы данных может привести к тому, что ею могут воспользоваться политики для дискредитации своих оппонентов. Могут оказаться ограниченными права и свободы и рядовых граждан. В нынешнее время, когда процветает высокий уровень коррупции, особенно в высших эшелонах власти, очень тяжело давать гарантию, что не будет у нас рассекречения, не будет продажа или передача базы данных биометрических граждан для интересующих лиц, в том числе и для криминальной среды. Какие бы ни шли дискуссии вокруг биометрии, маховик сбора данных запущен и набирает обороты. К чему же это приведет, покажет будущий электоральный год. Джазгуля Гимбердиева, Ислам Дуванаев, Каныбек Иманалиев, НТС. Итоги недели.